Привет, гости и подписчики моего канала. С вами я, Надежда. У нас сейчас ночь. Час ночи и 44 минуты. Вот, хочу вам показать прелесть многодетных мам. Наверное, я не одна такая. Нас много, все меня поймут. Сейчас вам все покажу. Вот, смотрите. Час ночи и 44 минуты. Девочка наша проснулась и решила посмотреть Лунтика. Да? Ты Лунтика смотришь? Да, красивый Лунтик. Да, твой любимый мультик. Папа, тебе хорошо тебе там? Нормальненько. Нормальненько. Тоже мультики будешь глядеть теперь? Да, только что. А мама спать хочет? Она была спать, когда мы спали. Скажи привет, мама. Я проснулся. Вот так вот мы. Прелесть наша, да, проснулась. Сейчас мы всех разбудим, да? Доминика. Скажи, мать, отстань от меня, буду мультики смотреть. Да? Да. Да. Или завтра, мамочка, скажи, пораньше просыпайся, будем с тобой готовить землю и будем садить помидоры, высаживать семена. Молодец. Доминика, может, мы уже будем спать ложиться? Будем спать ложиться? Папа, сколько уже время? 2:17. Уже 2:17, а проснулись мы в 1:44. Ну, так-то нормально, уже посидели. Ня, спасибо, мне планшет отдаешь, да? Сейчас мы его положим. Где тут и наши книжечки, тут всякие, тут положить. О, вот туда положим наш планшет. Ну что? Ура! Спокойной ночи. Пока-пока. Пока. Вот такая вот ночка у нас сегодня задалась. Поэтому ставьте лайки. Жмите на колокольчик. Всем до новых встреч. Пока-пока.